Моя настоящая кукла Вуду на Слендермена. Я реально проткнул куклу Вуду, смотрите, я даже не держу. Черт, банда, самый настоящий Слендермен. Он реально разрисовал мою стену, банда. Че твори, бро, меня зовут Серхио, он из Сибра, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде. Самый лучший бандит на ютубе, ведь, бро, приятный супербанда будет от всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде. Самый сильный бандит на ютубе, бандит. Эй, также сегодня с вами видео снимает Настя. Окей, супербанда, вы не поверите, но сегодня я покупаю куклу Вуду на Слендермена. Да, банда, это реально жестко. На eBay я нашел лот, где продается кукла Вуду на Слендермена, и она стоит $30. Да, супербанда, за такие маленькие деньги я могу купить настоящую куклу Вуду на Слендермена. Окей, сейчас смотрю на этот лот, супербанда, он стоит $30 с eBay, с Америки должна прийти. Итак, банда, как пишет автор этого лота, к нему пришел Слендермен, и он его случайно ударил ножом, после чего на ноже осталась кровь, и он создал куклу Вуду. Да, банда, это реально жесткая история. И мне почему-то в это верится, что у него самая настоящая кукла Вуду на Слендермена, потому что супербанда ранее, если вы уже видели, то мы покупали куклу Вуду на Джеффа Убийцу. Да, это было, банда, мы реально купили куклу Вуду на Джеффа Убийцу, и мы ее использовали, и мы частично убили Джеффа Убийцу. Если бы он не был бессмертным, он бы был бы уже мертвым. Но сегодня супербанда, мы заказываем и покупаем куклу Вуду на Слендермена. Окей, я прямо сейчас на ваших глазах нажимаю купить. Что ж, есть, банда, я заказал куклу Вуду на Слендермена. Что ж, осталось только ждать, когда же придет эта кукла Вуду. Супербанда, встретимся с вами через месяц, погнали! Окей, супербанда, я снова здесь. И прошло уже где-то 26 дней с момента заказа этой куклы Вуду на Слендермена. И супербанда, вы не поверите, но она мне пришла. Как я понимаю, банда, это самая настоящая кукла Вуду на Слендермена, потому что это единственное, что я заказал с Америки. Окей, супербанда, и вы не поверите, но мне уже не терпится ее поскорее открыть, потому что, посмотрите, это реально обычная коробка, ничего примечательного. Кроме этого числа 290, очень странное число, супербанда. Не знаю, зачем оно здесь, но скорее всего это так нужно было. Окей, супербанда, я открыл. И смотрите, на ваши же глаза сейчас поднимаю, открываю, видите это? Во-первых, кто это увидел? А, вы ничего не видите. Окей, банда, и как я вижу, там уже лежит кукла Вуду на Слендермена. Вы это видите, банда? Как вы видите, она лежит в какой-то белой штуке. Это, наверное, для того, чтобы она не повредилась, чтобы случайно ничего не проткнуло куклу Вуду, чтобы Слендермен не почувствовал боли. Окей, банда, давайте уберем эту белую штуку. О, вы посмотрите на это, банда. Это же самая настоящая кукла Вуду Слендермена. Черт, мне прям это не верится. Окей, я вытаскиваю, банда. Господи, вы только посмотрите на это, банда! Самая настоящая кукла Вуду на Слендермена! Вы посмотрите, банда, у нее даже специальные щупальца, такие же, как у Слендермена, видите? О, господи, посмотрите, они еще и движутся! Черт, прям как будто настоящий Слендермен, супербанда! Как будто это второй Слендермен! Окей, банда, видите, здесь даже есть красный галстук, как у самого Слендермена! Это прям точная копия Слендермена, банда! Прям сразу же видно, что это самая настоящая кукла Вуду! Окей, супербанда, теперь мы еще 300 ночи, чтобы проверить ту куклу Вуду на Слендермена! Что ж, банда, она прям реально сносит башню. Это самая настоящая кукла Вуду на Слендермена. И знаете что, банда? Давайте на это видео наберем 10 000 лайков. И супербанда, если это видео будет 10 000 лайков, то я попробую снять маску Слендермена. Именно поэтому, банда, да пускайся ниже остался царский лайк. 10 000 лайков супербанда на этом видео должно быть. И доказывает, что наша супербанда самая сильная банда на ютубе. Окей, супербанда, собственно, пришло время проверять куклу Вуду на Слендермена. Узнать ли она реально к нему привязана. Черт, супербанда, мне прям в это все еще не верится. У меня в руках самая настоящая кукла Вуду на Слендермена. Окей, банда, я беру один из своих ножей, и мы проверяем куклу Вуду. Посмотрим, что у нас этого получится, банда. Окей, банда, вот кукла Вуду, вот нож. Новый специальный нож, чтобы смогли проткнуть куклу Вуду. Что ж, супербанда, время пришло использовать куклу Вуду, точнее, проверить, ли она реально рабочая. Окей, супербанда, вот так и где-то сюда. Я буду вот так вот просто протыкать куклу Вуду. Надеюсь, у нас все получится. Может, лучше в лесу это делать? Да, мне кажется, тоже лучше в лесу. Но у нас просто нету выбора. Слендермен в лесу очень силен, поэтому это не для нас. Именно по этой причине мы делаем это дома, потому что дома хоть какая-то безопасность. А в лесу это вообще жесть. Мы просто не сможем даже никуда убежать от него. Ну что, вы готовы? Я протыкаю куклу Вуду. Черт! О, да, вы это видите, банда? Господи, я реально проткнул куклу Вуду. О, черт, банда, вы видите это? Это просто жесть. Я реально проткнул куклу Вуду. Смотрите, я ее даже не держу. Она реально проткнута, это просто жесть. Окей. И пока что ничего все еще не происходит. Теперь уже не до конца уверен, что эта кукла Вуду привязана к Слендермену. Хотя посмотрите на галстук, он реально как-то странно нарисован. Как будто это и есть та самая кровь Слендермена. Окей, банда, на часах 3:13. Самое время для самой настоящей мистики. Но мы все еще не слышим Слендермена. Тем более, что я раньше никогда его не призывал. Это мой первый призыв Слендермена, точнее, как призыв. Я просто купил на него куклу Вуду, решил использовать. Что, супербанда, возможно, сегодня будет мое самое первое знакомство с Слендерменом. Я без понятия, как он выглядит, кто он такой вообще. Я только слышал о нем лишь легенды, мифы и все. Я никогда раньше не видел Слендермена. И, возможно, сегодня, банда, мы реально его увидим. Именно поэтому, банда, я предлагаю сейчас обойти весь дом в середине, а потом выйти и обойти его всего снаружи. Посмотреть, может быть, Слендермен уже где-то здесь. Я реально не знаю, кто он такой, мне реально уже страшно. Что, ты не видишь, Настя? Да, вижу.
это записки. Я слышал раньше, что Слендермен оставляет записки, но хотите видеть, что нарисовано? Вы видите, что нарисовано на записке? Это Слендермен, а это наш дом. Получается, что Слендермен подходит к нашему дому, банда! Черт, Настя, что мы будем делать, если он сюда придет? Я не знаю, давай просто убежим или спрячемся. Черт, мне кажется, нас сразу же найдет. Это Слендермен, он может телепортироваться. Это реально опасный чувак, я тебе об этом говорил. Окей, банда, мне реально, это уже не по себе. Тем не менее, у нас здесь кукла Вуду на Слендермена, поэтому если вдруг что-то случится, я смогу запросто с ним сражаться. В крайнем случае, на это надеюсь. Окей, супер, банда, нужно все-таки взять и использовать эту куклу Вуду. Черт, нужно продолжать эксперимент с куклой Вуду. Банда, это просто жесть, окей, нужно вытащить нож. Черт, вы просто посмотрите на это, панда. Здесь реально огромный след от ножа остался. Но получается, банда, что в нем уже есть кровавый след. Ведь это не просто так сделано было. Вы не поверите, но я реально серьезно напуган. Настя, ты тоже в это не поверишь. Но обычно ты больше напуган, а похоже сейчас я больше напуган, банда. Господи, банда, я реально боюсь Слендермена. Похоже, это моя фобия. Второй раз протыкаю куклу вот сюда, панда, смотрите. Вот. Да, я прям полностью сожрал, панда. Видите, нож все-таки вошел, суприм банда. Получается, Слендермен получил рану. Там записка, Настя, я не знаю, когда она появилась, там уже связи записка, банда! Черт, вы это видите? Ее здесь не было, когда мы уходили, суприм банда, это просто жесть! На записке написано «Two Slenderman», «Два Слендермена», и даже нарисовано «Два Слендермена», а внизу написано «Not real». Это нереально. Слендермен говорит, что два Слендермена это нереально. А в начале банды говорит, что это точная копия Слендермена. Кукла Вуду на Слендермена, получается, что это второй Слендермен. Черт, банда, он ставит на кукле Вуду. Он говорит, что два Слендермена нереально, и одного Слендермена просто перечеркнул. Получается, банда, что он может захотеть у нас его забрать. Окей, супер, банда, это просто жесть, я уже не знаю, что делать. Эти записки, это реально страшно, банда, вы это видите, черт. Это же просто жесть, господи, что мне дальше с ней делать? А, что за помехи, банда, я вижу в камере помехи. Что вообще происходит? Черт! Супер банда, вы это видите? Это же самый настоящий Слендермен! Черт, Настя, что нам делать? Нас сейчас просто убьет! Что он делает, Настя, ты это видишь? О, господи, это просто жесть, у него реально огромные пальцы! Как это самый настоящий Слендермен? Черт, супер банда! А, господи, супер банда, где он? Здесь же где-то был Слендермен! Черт, вы это видели? Настя, ты это видела? Я знаю, мы впервые увидели Слендермена, это просто жесть, Настя! Господи, банда, это просто жесть! Я не знаю, что делать, где кукла Вуду! Банда, где кукла Вуду? Нигде нету куклы! Он забрал куклу Вуду, а значит, мы больше никак не можем защититься! То есть мы просто для него обычная мишень, банда! Черт, он просто нас убьет! Господи, банда, я не знаю, что делать! Он просто может нас запросто убить, это просто жесть, супер банда! Я реально уже не знаю, что делать! Он просто забрал куклу Вуду и все, ее больше нигде нету! Здесь какая-то новая записка, посмотри! Здесь что-то новое! Черт, что это? Посмотри, это Слендермен, он держит куклу Вуду. Он в лесу где-то. И написано Вуду Дол. Слендермен разговаривает только на английском. Получается, и пишет он только на английском. Банда, вы это видите? Здесь показано, что он держит куклу Вуду. Получается, банда, что он держит куклу Вуду. И посмотрите, здесь что-то еще есть. Что это значит? Это какая-то яма в лесу. Или это он горит, или он хочет спалить свою куклу Вуду. Я не до конца понимаю, что это. Сереж, он... это коробка? Не знаю, это что-то странное, банда. Ай, что там? Черт, не знаю, блин, ай, господи, как же сильно заболела голова. Черт, супрем-банда, это просто жесть, как же оно болит, вы бы знали. Это реально странно, не думаю, что это делает Слендермен, ой, а черт. Черт, банда, не понимаю, что происходит, это ты, ай, блин. Что, Сереж, что случилось? Черт. Что случилось? Господи, посмотри, откуда это у меня? Его здесь никогда раньше не было. Это просто жесть, вы это видите, банда? Как будто кто-то когтями провел. Черт, как же оно болит. Сережа, я, кажется, понимаю, к чему этот рисунок. К чему? Что? А вдруг это твоя кукла Вуда? Черт, банда, это реально моя кукла Вуду, вы помните? Мы же их тогда закопали, мою и Настину куклу Вуду. Банда, это просто жесть, Слендермен нашел мою куклу Вуду. Теперь он может со мной делать все, что угодно. Банда, это просто жесть. Ай, черт, это просто жесть. Что? Где тебе рисунок? А, господи, что это значит? Это новый рисунок Слендермена, супер банда. Это Слендермен, и вокруг него лес. Но почему здесь так перегрузить, здесь... Черт, Настя, это туалет, погоди. Это не тот туалет, что у нас здесь. О, получается, банда, что это все стены. Это наш туалет, ванная, тумбочка и сам туалет. То, что показаны рисунки, получается, что Слендермен где-то здесь, за этой дверью. О, господи, что вообще происходит? Окей, Настя, ты готова? Черт, ладно, я открываю. И я уже вижу помехи, супер банда. О, черт! Супер-банда! Вы это видите? Это же снова Слендермен! О, господи, здесь его рисунки, супер-банда! Я в шоке! Он реально нарисовал мою стену, банда! Черт, банда, самый настоящий Слендермен! Господи, супер-банда!
Банда, вы это видите? Это же просто жесть! О, черт! Черт, Банда! Он идет сюда, вы это видите? Нет! Слендермен, нет, нет, нет! Пожалуйста, отстань от меня! Забирай куклу Вуду, только отстань от меня, пожалуйста! Ай, господи, нет! Черт, Банда! Куда он опять делся? Видите, он опять пропал! Черт! Господи, Банда, это просто жесть! Вы видели, Слендермен просто появляется, а потом опять куда-то пропадает! Черт, что вообще происходит? Банда, вы это видите? Это же кукла Вуду на Слендермена! Это моя кукла Вуду, сопри, Банда! Он реально выкопал мою куклу Вуду! Черт, Банда! В одном из прошлых видео мы закопали мою куклу Вуду и Настину куклу Вуду, чтобы больше никто никогда их не нашел! А сейчас Банда, Слендермен нашел мою куклу Вуду, он ее выкопал! И теперь он мог с собой делать все, что угодно! Именно поэтому у меня болела голова! И теперь понятно, откуда взялся этот след от царапин. Это просто жесть, Супри-Банда. Нужно их собрать и что-то сделать с Слендерменом. Он реально разрисовал мою стену. Вы это видите, Супри-Банда? Просто вокруг все зарисовано лесом. О, господи, Вуди, посмотрите. Вуди сам Слендермен среди всего этого леса. Это просто жесть, Супри-Банда. Здесь просто все разрисовано лесом. Вы это видите, Банда? Господи, это просто жесть. Больше никогда в жизни не хочу связаться с Слендерменом. О, черт, Банда, это просто жесть. Две куклы Вуду, моя и Слендермена. Он их просто уронил, похоже, или же просто их здесь оставил. Не знаю зачем. Это реально жесть. Вы видели, какой Слендермен страшный? То, что сзади меня, Банда, это просто жесть. Никогда в жизни больше не буду с ним связываться. Окей, Банда, эти куклы Вуду, а что опять происходит? А, черт, Банда, видите, опять помехи, господи. А что это такое, черт, Банда? О, господи, это что, Слендермен? А, черт! Господи, Банда, а, где мои куклы Вуду? О, черт! Он забрал мою куклу Вуду, но оставил свою, Банда! Черт, Банда, вы это видели? Появился Слендермен и забрал мою куклу Вуду, но оставил свою! Что, черт возьми, вообще происходит? Что он творит? У него явно есть какой-то страшный план, который ему идет! Нужно продолжать эксперимент с куклой Вуду, чтобы он больше сюда не возвращался никогда! Супри, Банда, Слендермен реально самый опасный монстр! Черт, никогда в жизни больше не хочу с ним связываться! Окей, Настя, держи камеру! Черт, это просто жесть, Банда! Сереж, почему все размыто? Черт, Супри-Банда! Он забрал линзу с объектива! Нигде нету линзы, Банда! Получается, он забрал мою куклу Вуду, которая была сделана на меня, и линзу с камеры, чтобы мы не смогли его никак снимать! Черт, Банда! Нужно пойти найти новый объектив! О, господи, это просто жесть! Мне прям это не верится! Он реально забрал линзу с под камеры! Это просто жесть, Банда! И что нам теперь дальше делать? Эта кукла Вуду, она реально какая-то небы... Ты это видишь? Да, я вижу. Черт, там что-то написано. Черт, Супри-Банда, посмотрите. Не знаю, ли вам видно, там написано No Eyes, нет глаза. И там нарисованы Слендермен, и у него перечеркнутые глаза, Банда. Получается, он забрал линзу с под камеры и оставил этот рисунок. Окей, Банда, я просто в шоке от того, что сейчас происходит. Вы поменяли объектив на камере, чтобы вы смогли меня отчетливо видеть. Банда, вот кукла Вуда, а вот Нори, смотрите. На, Слендермен, как тебе такое? Посмотрите, Банда, я полностью протыкаю его лицо, видите? А здесь остался след, Банда, на тебе еще вот так, Слендермен. Черт, если там будет Банда. Потому что у него реально осталась моя кукла Вуду. Банда, это просто жесть! Ты слышала? Да, я слышала. Там что-то было, Настя, идем быстрее. Настя, здесь новая записка, посмотри. Это записка Слендермена Супри-Банда. Здесь написано I'm back last night. Да, мой английский, конечно, шикарный, Банда. Но, как я понимаю, он пишет Я вернусь прошлой ночи, что? В смысле, что это значит, Банда? И посмотрите, перечеркнуто 4:00. Банда, это значит то, что он ушел отсюда, и больше здесь нигде нету. Он показывает, вот мой дом. А вот он типа уходит своей куклой Вуду. Банда! О, черт! И погодите, Банда, 4 утра, он уходит, погодите. О, черт, Супри-Банда, мы дожили. 4 утра, 3 часа уже прошло, значит, мистика закончилась. Скорее всего, он придет следующей ночью, но я не уверен в этом, потому что эта надпись, она очень странная, Банда. Но посмотрите, он повесил эту записку на выключатель, только вот зачем? О, черт, Банда, он повесил записку на выключатель, чтобы я выключил свет. Получается, он придет ночью, когда я не буду этого ждать. Банда, когда будет по всему дому темно. Окей, Банда, ты реально страшное существо. Окей, Банда, это просто жесть. Вы помните, если я вакуум, и я снимаю маску Слендермена. Как видите, наша война все еще продолжается. То есть, получается, я смогу запросто с него снять маску. Я думаю, Банда, вам это будет интересно увидеть. Именно поэтому не допускайте, не ставьте царский лайк. Эй, бро, вот коммент из под прошлого видео. Господи, здесь какие шикарные, просто лежи комментарии. Бро, знаешь что? Если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, то всего тебе нужно это опустить. Ниже назад на свой лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже сейчас видео, вот такой вот просимир ко мне видео, лайк, колокольчик, и ты уже в моем видео бандит. Ты бро знаешь, что оставайся тебе шикарным. Пока!